Сразу три медицинских подразделений Казанского федерального ожидает скорейшее преображение. А именно прямо сейчас проходит долгожданный ремонт в старинных зданиях на улицах Ершова 2 и Вишневского 2, а также бывшего военного госпиталя, которые переданы Казанскому федеральному. 8 февраля данные медицинские учреждения посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров и начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата кабинета министров Республики Татарстан Ильдар Сибгатуллин. Цель визита заключалась в желании убедиться в исполнении сроков и качестве выполнения работ. Первой точкой стал хирургический комплекс университетской клиники. Визит интересен тем, что объект находится на последней стадии перед сдачей. Официально запуск всех блоков этого медучреждения запланирован на 1 марта 2017 года. Сейчас уже можно говорить о том, что новые стандарты предоставления медицинской помощи будут соответствовать всем мировым требованиям. Естественно, временные неудобства все же присутствуют. Отделение клиники рассчитано на 240 койко-мест, причем большая часть из них находится в ведении хирургического отделения. Более того, ежедневно порядка 100 человек привозят сюда на скорой помощи. Однако, если хирургический стационар и приемно-диагностическое отделение на Ершова 2 могут служить примером того, как должны выполняться поставленные задачи, то поликлиника на улице Вишневского 2, напротив, заставляет задуматься о многом. Также, как на предыдущем объекте, прием больных во время проведения ремонтных работ ощутимо затянулся. Такое положение дел недопустимо, выразил свое мнение ректор КФУ. Более того, сметная стоимость работ за последние полгода выросла, в то время как результаты не радуют. Именно поэтому ректор КФУ занял бескомпромиссную и довольно жесткую позицию. Вот не знаю, как вы работали. Вот вы привыкли просто к дорогим ценам Казани. Вот и все. У вас каждый объект, как начинают строить централизованно, у вас так два раза надо сразу работать. Подвал вам надо делать. Другое дело, что произошла работа неправильно. Наконец-то хоть чем-то признался. В течение разговора ректор добился того, чтобы из сметы были вычтены те позиции, которые тормозят сдачу основных помещений. Последней точкой обхода стал бывший военный госпиталь. Ильшат Гафуров и Ильдар Сибгатуллин убедились в соблюдении сроков работ. Трудности на этом объекте заключаются в необходимости согласования всех этапов с Министерством культуры Татарстана. Ведь здание входит в число культурных наследий республики. Требования по его сохранению вступают в противоречие со здравым прагматизмом. Ведь вместо бетонных перекрытий этажей приходится использовать деревянные реконструкции, что уменьшает долговечность столь масштабной работы. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.